Приветствую вас на своем канале. Давайте сегодня вместе испечем армянский хлеб матнакаш. Для начала готовим опару. В миску наливаем теплую воду, дрожжи, соль, сахар и муку. Все это перемешиваем. Накрываем крышкой и убираем теплое место на полчаса. Наша опара подошла. Наливаем воду. Добавляем муку и вымешиваем тесто. Постепенно наливаем растительное масло и продолжаем вымешивать тесто 5-7 минут. Тесто накрываем и оставляем на 2-3 часа. Наше тесто подошло. Коврик смазываем маслом.
Выкладываем тесто. Разделяем пополам. Формируем шарики. Выкладываем на противень, накрываем и оставляем на полчаса. Руки смачиваем водой и формируем макияж. Накрываем полотенцем и оставляем еще на 20 минут. Сверху смазываем яичком и по желанию засыпаем кунжутом. Отправляем в разогретую духовку выпекаться до золотистого цвета. Достали хлеб, накрываем полотенцем и даем остыть. Вот такие макнакаш у нас получились. Сейчас порежем.
Спасибо, что были со мной. Желаю всем приятного аппетита!